На такую собаку нужно только умертвлять. Она попробовала вкус крови, она выскакивает и на велосипедистов четко кидает. В Волгодонске по статистике собаки кусают жителей города почти каждый день. По информации за прошлую неделю, 7 человек обратились в травмпункт за помощью после нападения собак. Говорят, снаряд два раза в одну воронку не попадает, но волгодончанка Галина Останина уверена, эта поговорка точно не про нее. В печальную статистику по нападению собак она попала уже трижды за 4 месяца. В пятницу вечером после работы я ехала на велосипеде здесь. Ехала со стороны налоговой, живу туда дальше, 21 квартал. И ездил всегда каждый день по одной и той же дороге, туда и обратно. Ехала где-то в районе, может быть, без 10-9, где-то так, плюс-минус. Потому что автобус сразу же подошел, и в магазин заскочила, быстро продукты купила и домой. И где-то в этом месте вот ехала и услышала крик. Я сначала не поняла, потом поняла, что отсюда, с этой стороны кричит мужчина. «Пошли вон, фу-фу, пошли вон». Все, я их как бы услышала, я всегда ездию вот с ультразвуком на велосипеде, ездию не спеша. И так, я просто услышала и хотела уже, думаю, или остановиться, или свернуть куда-то, отойти в сторону. И они тут в этот момент вот так выскакивают на меня и кинулись, укусили. Один или два раза, я не знаю, еще вот сейчас пойду врачу, скажу, что там. Наверное, один раз, но укус глубокий, кровоточит рано, долго кровоточила и болела сильно. Следом ехала машина еще. Просто я поняла, тут же прям останавливаться уже смысла нет. Я на них ультразвук направляю, и одновременно машина им посигналила, и вот это одновременно они отстали. Мой ультразвук и машина. Вот это вот они кинулись, наверное, один раз. Может быть, еще кидались. У меня прям, вон там за поворотом уже даже велосипед, цепь слетела. То ли они задели в прыжке, то ли что, я не знаю. У меня сломался велосипед даже. Ну, вот так вот. Второй раз. В прошлый раз собаки напали на Галину Васильевну 11 мая. Свора собак атаковала ее на пересечении улиц Волгоградской и Энтузиастов, когда она также ехала на работу на своем велосипеде. В минувшую пятницу нападение на нее было еще более серьезным. Кроме дикой боли, женщина вновь испытала невероятный страх. Боялась, что загрызут насмерть. Такую собаку нужно только умертвлять. Она попробовала вкус крови. Она выскакивает и на велосипедистов четко кидает. Это не передать, вот правда, не передать. Это ужас какой-то просто. Ну, наверное, те понимают, кто это испытал в жизни, те понимают. Кто не испытывал, те не поймут. Как рассказывает Галина Васильевна, после прошлого нападения практически на этом же месте и после публикации в блокноте в мае текущего года этих собак как будто отловили. Их долго не было. Но сейчас они снова появились. Галина уверена, что в этот раз на нее напала и нанесла серьезную травму та же самая собака, что и в прошлый раз. Они были еще недели полторы здесь. Ну, может, две, я не помню точно, я же их не вижу каждый день. Но факт тот, что какое-то время я их видела, потом, видать, их отловили. Или они ушли куда-то, или их отловили. Их не было здесь. Потом, после этих 10 дней, грубо говоря, так скажем, месяца два их не было точно просто. Потому что я ездила в больницу, каждый день ездила, ну, я днем ездила как раз. А потом, вот последние, грубо говоря, 4 недели назад они снова объявились. Вот эта большая собака, ну, правда, маленькой рыжей не было, была побольше, или она подросла, или это вот появилась рыжая собака, тоже высокая, и черная собака. Худая, высокая, тоже черная собака. Но вот этот азиат или кавказец, самый большой, вот он именно нападал и кусал. Потому что когда я ехала, кавказец с этой стороны кинулся, а черная собака с этой стороны обошла меня. Я вот так вот ультразвуком на них направляла, и, видать, вот этот ультразвук меня спас. А так бы они, наверное, не отстали бы от меня бы. Да ужас, это не передать просто. У меня истерика была. Я просто в скорую позвонила, я доехала до перекрестка, вот там у меня цепь слетела. Я уже бегом бежала, как могла, потому что у меня нога болела. И я понимаю, ищу телефон, я не могу найти, чтобы позвонить, скорую вызвать. И я понимаю, сейчас они вернутся, мало ли чего. Галина Останина призналась, что была бы рада ездить на работу общественным транспортом, но единственный автобус перестал к ним заезжать, а дорога не близкая. Велосипед – единственный выход. Многие ходят пешком по этим улицам. На велосипедах и самокатах катаются дети. Женщина призывает всех быть бдительными. Сама же теперь носит с собой звуковой отпугиватель для агрессивных собак. У нас здесь раньше пустили транспорт, потом его забрали. Видите ли, не рентабельно. Я ездила на автобусе, когда его пустили, я ездила на автобус на работу с пересадкой, не проблема. Но вот
Сейчас его просто убрали, только выход велосипед и все. Всего же за последние 4 месяца собаки напали на Галину Васильевну уже трижды. Первый раз укус был незначительным. Собака напала на площади Комсомольской. Затем дважды ее покусали по дороге домой. Женщина твердо решила бороться с этой проблемой и намерена жаловаться в прокуратуру. Я пойду в прокуратуру, напишу заявление за оба случая. Подам в суд на то, чтобы мне возместили компенсацию за то, что администрация не действует. Да, собака была в ошейнике, но она уличная, она по улице бегает. Так кто угодно могли на нее просто ошейник одеть и все, чтобы снять с себя ответственность. Та же самая администрация, я так считаю. Может, я ошибаюсь? А это та же самая собака, что нападала на вас? Просто? Я думаю, та же самая, потому что когда мама ездила на машине, потом она видела, она говорит, да, это тот же самый пес, тот же самый пес. Вот-то его 2 месяца не было примерно здесь, а потом он снова появился. Я думаю, тот же самый. Сейчас больно, рана болит? Да, побаливает рана еще. Наступать больно, садиться больно. Ну, сейчас пока на больничном. Сейчас пойду вот на перевязку, может, снимут. В прошлый раз у меня раны быстрее зажили. В этот раз сильно кровоточило долго очень. Пострадавшей от нападения собак снова пришлось взять больничный. Сейчас ей очень больно сидеть. Она прихрамывает. Снова нужно пройти курс вакцинации против бешенства. Второй раз менее чем за полгода. А еще перевязки и обработка раны. В травмпункте Волгодонска таких, как Галина, как выяснилось, немало. На прививки от бешенства волгодонцы приходят каждый день. Сейчас подошла на прививку, передо мной в кабинет зашла мама с ребенком. Тоже покусала собака в старом городе. Может, они тоже дадут интервью. Сейчас они выйдут с прививки. Просто эти случаи у нас очень частые в городе. От собак надо избавляться, от таких от агрессивных. Но рассказывать о нападении собак во всеуслышание соглашаются далеко не все. Почему-то многие говорить о проблеме вслух не решаются. Мама мальчика, которого покусали, тоже не стала давать интервью, сославшись на занятость. Я вот прихожу на прививки, и многие люди приходят на прививку покусанные. Очень много. Сама прививка – процедура не из приятных, но еще и переносится не так легко. Как рассказывает Галина, много здоровья попортили ей злые собаки за последние месяцы. Мне нельзя ни переохлаждаться, ни купаться, ни перегреваться, ничего. Потому что и давление у меня подскакивает, и как и не супер хорошо себя чувствую. Ну и нервы сдают, честно, после этих случаев сильно нервы сдают. Нервы сдают, частые больничные и постоянный стресс. Галина Васильевна уверена, чтобы местные жители не испытывали страха и не подвергались страшным истязаниям на территории города, проблему агрессивных собак в Волгодонске местные власти должны решать более кардинально.